Hey, ребят! Всем привет, с вами я, Майк Веном, и это канал Пиксель. И сегодня, правда, уже подходит к концу хайп со спиннерами, но все равно я часто-часто встречаю видео со спиннерами на YouTube. И сегодня у нас видео, в котором назову я его «Золотой спиннер», но это будет так. Правда, этот спиннер будет не прям из золота, но давайте же я распакую и посмотрим, что там находится. В общем, ребят, два вот таких вот классных золотых спиннера. И, ребят, мало того, что это дешевый спиннер, стоит они, по-моему, всего лишь 120 рублей, так это металлические спиннеры. И довольно-таки хорошие, как я смотрел по отзывам. Отзывов почти 3000, то есть вы понимаете, насколько они реально годные. Диаметр у них на сайте написано 7 сантиметров, ну, наверное, цифры тут лишние. Давайте я открою и посмотрим на них. В общем, ребят, вскрываю я один, потому что второй я обещал положить в сюрприз кейс мой пиксельбокс. Кто не видел, ссылочка есть, нет, в описании ее не будет. Посмотрите до конца видео, там уже можете перейти или сейчас перейти на мой канал посмотреть. В общем, ребят, один уходит в пиксельбокс, и там все можете узнать. А этот металлический спиннер. Причем это для тех, кто не знает, просто вот некоторые друзья мои были не в теме. Есть спиннеры и гироспиннеры. Гироспиннеры от спиннеров отличаются тем, что у гироспиннеров один подшипник только в центре, а здесь просто утяжелители. А в спиннере тут 4 спиннера идут. Один в центре и вот здесь вот 3. То есть вот видите, я могу держать, и они будут крутиться. Но у меня руки уже в масле. И так, ребят, я заметил небольшой дефект на спиннере. Он крутится, кстати, бесшумно. Вот сейчас я полностью, даже подавление шума не буду. Сейчас я поднесу микрофон, и вы услышите. То есть шумок есть, но он реально небольшой. И, ребят, я заметил то, что такой прикол. На камере можно увидеть какие-то другие рисунки. Ну, не как в реальной жизни, когда ты их видишь, так как в камере происходит какая-то задержка или там частота кадров, я не помню точно для чего. Но, ребят, сам факт того, что спиннер крутится, он реально дешевый, и за такие деньги мы получаем металлический спиннер. Ну, я не знаю, какой именно металл, скорее всего, алюминий, но он реально очень крутой. И, ну да, единственный минус, то что подшипники немножко вытащены наружу, и так, и руки уже в масле, смазка тут какая-то, какая именно, не знаю. И, ребят, кому не нравится золотой спиннер и кто хочет купить, то на сайте у продавца также есть серебряный, красный, розовый и еще, по-моему, два каких-то, точно сказать сейчас не могу. Это говорю по памяти. В общем, ребят, несмотря на то, что у спиннера много хейтеров, то, что хайп уже подходит к концу, все равно, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забываем то, что после того, как у меня будет 500 подписчиков, я разыграю между подписчиками Pixelbox. Все правила будут в одном из видео, которое, ну, видео, которое есть на моем канале, оно так и называется, розыгрыш пиксельбокса. В общем, ребят, и также, если кто может, поддержите, внизу будет ссылочка на донат. Так, фокус, работай. И я буду рад, даже если вы скинете, может быть, 5-10 рублей, я очень сильно буду рад. И скоро, ребят, кстати, будет еще стрим, но об этом я скажу попозже. А сейчас, что, лайк, подписка, донат, все эти дела блогерские, и всем пока.